Всем доброе утро, друзья. Третий день открываемся на первом льду. Сегодня приехали на заводь Клязьмы, как и хотели, половить хищника, но погода такая, сильного ветра нет, который обещали, так что, возможно, сегодня мы половим еще и на безмотылке. Все-таки первый лед, мне хочется больше половить именно плотву, другую бель, окуня, может быть, на мормышку. Что касаемо льда, лед достаточно прочный, сантиметров 7, может быть, даже 8. Ну и, конечно, хорошо то, что выпал снег и лед непрозрачный. Ну, сейчас начнем. Я думаю, все-таки начать надо с блеснения, пока утро, а потом перейдем на ловлю плотвы, если не поднимется сильный ветер. Начнем с балансира. Побегаю пока по старым лункам. Они не сильно промерзли. Ночью было минус 3 всего лишь. Вон карасик лежит. Резанный. Да, щучку доставали. Перейдем пока на мормышку. Пробежался по лункам. Поклевок нет на балансир. Попробуем пока на БМ, пока ветер позволяет. Угу. Ну да. Вот такая вот плотва, как и вчера. Пока что мелкая. Ну, живец на завтра, если поедем. Пока ставим на улице тепло. Ну, вот и первая более-менее какая-то рыбка. На мели, в траве, окунек. Ну, такой уже пойдет. Ладошка. Просто прижал у дна. Приходится прям сидеть, качать, качать. Рыба активно движется. Подходит на игру, либо просто мимо проплывает. Получаешь поклевки. Притом подходит небольшими стайками. Сразу подряд 2, 3, 4 поклевки. Потом тишина. Пока не крупная, пока никто, вот смотрю, не нашел хорошую рыбу. О, смотри, на что поинтереснее. Кубик золотой. Да, ну вообще не сопротивлялся, просто как палка. Угу, прямо от дна. Ну это окунь, скорее всего. Нет, густера. С окуневой поклевкой. Прикольно. Угу. Ну вот первая неплохая рыба, которая забирает леску. О, окунек. Пузатый какой. Гвозди кубик. Не-не-не, очень тепло, ветра практически нет. Угу. А вот и плотвичка оттуда же. Сразу. О. Нормальная плотва. Еще одна.
как-то подходами. Сразу. О, красноперка. На треску пошла. Вот поймал. Поклевок немного. Нужно искать ходить. Сразу. Вот опять, ну мимо опять. Аккуратно берет. Сейчас поувереннее. Да, просто вылетает из воды, даже не сопротивляется. Остановила просто. Крупные нет, хоть по поклевкам оторваться. Поклевок насмотреться. Для начала и то хорошо. Ни у кого вот крупные нет. Одна красноперка попалась у мужика, такая по губам. Грамм 200, наверное, 250. А так все до 100 грамм. Тут на мелит хоть поинтереснее стало. В каждой лунке клюет. Штучек по 5, по 6. О, хорошая плотва. На паузе. Пошла одна за одной.
Иногда нужно просто раскачать, она подходит и начинает брать. А иногда сразу. Нет никакой системы сегодня. Как попадешь? Рыба двигается. Дотрогался. О, хорошая плотва. А поклевочки-то были прям еле-еле. А плотва такая с ладонь. Зато регулярно. Нажала. Свежий лунг, сразу плотва. На первой проводке мимо, на второй попался. Не крупная, но на таранку пойдет. В верхней точке сразу. Похоже, это самый рабочий лунг сегодня. Да, определенно самая рабочая лунка. Но тоже не с каждой проводки. Приходится выкачивать. Вот, сразу со дна прижала. Ой, неплохая вроде бы рыба. А, ну это окунь, понятно. Опа, отцепился. Еле-еле трогает. А плотичка нормальная. А поклевочку ты видел? Прям тюк-тюк-тюк-тюк. Такая плотва должна нажимать. Загибать кивки. Ломать удочки, рвать лески. Как у меня в самом начале удочка разваливалась. Не знаю, кто там клюнул. Одну вытащишь и качаешь. Да, качать надо. Проводок через 5 еще поклевка. Хороший нажим. О, нормальная плотва. Ой, отцепился опять. Под вечер поклевки стали поагрессивнее. Опять на треску. Густера. Ага, опять какой нажим. Под вечер стал гораздо активнее. Густера. На мели.
Еще одна густера. А в этой лунке густера. Ну, под вечер поклевки прям стали супер агрессивные. И результативность стала гораздо выше. Жмет прям очень хорошо. Опять какой нажим. И рыба хорошая. Вот, густерка. Да, под вечер поинтереснее стало. Потихоньку вечереет. Народ уже весь разъехался почти. Клёва сегодня особого нету. Рыба не крупная. Ну, не сказать, что особо много, но не сказать, что совсем мало. Какой-то клёв есть. Так, вот здесь, да, сейчас попробуем. Это будет на сегодня последний заход на клёвую лунку. Но рыба такая, ладошка поменьше. Много совсем мелочи. О, здесь мельче. Ощутимо. Нет привязок никаких. Она движется. Скорее всего, и крупная есть. Она может стоять в пол воды и также активно двигаться. Мне так кажется, что просто рыба еще не совсем поняла то, что лед встал. Было тепло-тепло. Бам, морозы. Опа, какая поклевка. И сразу лед встал. И я так думаю, самая рыбалка начнется спустя неделю. Когда все немножко обстоится, рыба привыкнет ко льду, к шуму. Потому что сегодня вот находишь рыбу, начинает оббуривать. Особенно с пешнями. И все. Поэтому ушли от народа, от толпы ближе к берегу. В принципе, клюет так же. Рыба такого же размера. Соскучился уже по беле. И половить ее, и покушать. Ну и поклевок стало меньше. Была какая-то вспышка минут 15 назад, что она начала брать активно. Поклевки стали жадные. А сейчас опять затихло. Качаешь, качаешь, иногда прижмет. Но зато сегодня разнообразие. Плотва, густера, окунь, елец, подъязок, красноперка. Нормальное такое разнообразие. Ага, вот, наконец-то. От дна. Елец. Или кто это у нас? Ну и сегодня весь день я отловил вот на эту мормышку. Гвозди-кубик. По-моему, 2 или 2,5 диаметра столбика. И вот такой золотистый кубик. Особо даже не экспериментировал с перебором мормышек, потому что сегодня явно нужно было просто рыбу найти. Ну, либо дождаться. Она активно перемещается. Либо бегать, искать, попадать на нее, либо прям сидеть, ждать, когда подплывет. Два варианта. И мормышка особо роли не играет. Рыба активная, в принципе. Ну и с утра походил, немножко покидал балансиры. Не было ни одного подбила. Ну и поняв то, что сегодня погода позволяет, ну и место даже скорее позволяет ловить на безмотылку, переключился на свою любимую снасть. Ну и половил, поймал, наверное, килограмма, может быть, 3. Рыба не крупная, вот такая. Ну, есть, конечно, такие экземпляры более-менее, которые можно и пожарить. Это кушки такие под ладошку. Но в основном вот такая плотвичка, грамм по 20. Ее можно будет на шпроты, но которая приедет живая, ту оставим на живца. Может быть, завтра поставим жерлица. Но на сегодня все, будем заканчивать. Рыбалка сегодня непростая, рыба не крупная, но в целом неплохо. Поклевок достаточно много. Поймал, наверное, не знаю, там десятков 6-7 разнокалиберной, маленькой побольше плотвички. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться.
оставлять лайки и комментарии. А я желаю вам удачи. А я желаю вам удачи, больших трофеев и не хвоста, ни чешуи. Всем пока!